Газпром должен пересмотреть цену на газ для Украины. Такое решение вынес Стокгольмский трибунал. Об этом сообщают в Нафтогазе. Таким образом, уверяют в компании, формула 2009 года «бери или плати» для Киева уже не актуальна. Напомню, что в своем иске Нафтогаз оспаривал возмещение почти 18 миллиардов долларов, переплаченных России за газ. В свою очередь, Газпром требовал от Украины доплатить более 45 миллиардов долларов как раз по схеме «бери или плати».